Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Были отношения длительные с девушкой, но они закончились очень тяжело из-за расстояния. Все было очень тяжело, заканчивалось болезненно и мучительно через чрезвычайную близость и любовь. Спустя долгое время начались новые. Поначалу все было хорошо, даже идеально. Спустя какое-то время я просто начинаю требовать, чтобы все было по-моему. Девочка религиозная, некоторые вещи для нее недопустимы, как, например, жизнь вместо до свадьбы. Я даже согласен с этими условиями, но когда я начинаю думать, что это не мое решение, меня это просто злит, эта злость накапливается. Отношения очень сбалансированы. Легкие, приятные, но я все равно постоянно хочу, чтобы было, по-моему, не что-то из, а все. Я много чего решаю, она меня слушается, дает мне право выбора, прислушивается во всем. Но когда в каком-то важном моменте мне нужно подождать или принять что-то, меня аж разрывает от злости, ненависти, хочется все закончить и бросить. Я понимаю, что она личность, со своими особенностями, стараюсь не думать и не беспокоиться, когда она рядом получается. Стоит мне только побыть одному, я просто превращаюсь в другого человека. Когда решение принимаю я, тогда все хорошо и все счастливы. Дальше просто тяжесть и злость. Ну, что же. Здесь в первую очередь начать, наверное, нужно того, что вы не формируйте свой вопрос. То есть вы чего хотите там. Вот. Вы чего хотите в целом. То есть, ну, одно дело, вы хотите как-то к этому адаптироваться, например, может быть. Другое дело, если вы хотите, там, допустим, изменить эту историю, ну, то есть изменить вот, ну, ваше вот такое, скажем так, состояние, да, то есть вот, ну, может быть, вы хотите его изменить, да, то есть тут очень важно понять, чего вы хотите в целом, вот, потому что на данный момент я бы сказал, что, ну, без вопроса, да, без вопроса, а это больше, ну, вот, просто вот вы как-то, ну, пожаловались, да, и все. То есть я не думаю, что этого, ну, достаточно, да, я не думаю, что этого достаточно, я думаю, что вам этого немного, и я думаю, что это, вот, ну, по такое вот, подобное, скажем, обращение, да, оно, как, в принципе, не решает проблем, вот. Поэтому давайте вот как-то поисследуем вопрос и попробуем поисследовать, что же вам нужно, да, чего же вы хотите. Значит, вы говорите, что испытываете злость. Ну, когда что-то не по-вашему. Ну, вы знаете, легко могу себе представить это.
Вот. Честно говоря, не вижу в этом ничего. Ну, не то чтобы прямо критичного, да, но не вижу в этом ничего, что нельзя было как-то изменить, да. То есть тут нужно только в этом смысле поисследовать и посмотреть на то, что конкретно вызывает у вас злость, что конкретно вас злит. Вот. То есть, опять же, да? То есть, вы в целом так говорите про общее, вот, какие-то моменты. Вот, вы в целом говорите про то, что вас вот, что вы просто чувствуете злость. Вот. Ну, а я больше здесь пытаюсь обратить ваше внимание на то, что в общем-то за этим что-то стоит, за этим что-то находится. Вот. И наша задача с вами разобраться в том, что за этим стоит, что за этим находится. То есть, что вас напрягает, да? Какую, вот, собственно говоря, проблему вы пытаетесь решать через, вот, ну, через данную ситуацию, например. Какого рода проблему вы пытаетесь решать через данную ситуацию, например. Вот. Что это за ситуация, которую вы пытаетесь решать? Вот, то есть это ситуация, например, вашей, допустим, состоятельности, к примеру. Это ситуация, вашей, там, допустим, уверенности в себе, к примеру. Это, еще что-то, да? То есть вот разные истории, они требуют, разных, взглядов. Вот. И уже дальше, исходя из этого, можно будет, собственно, что-то вам рекомендовать, да? Вот. Ну, как-то так. На что я бы вот обратил ваше внимание, да? Я бы обратил ваше внимание, наверное, на то, в первую очередь, как вы завершили отношения с предыдущей девушкой. Вполне возможно, что некое такое сильное переживание собственной беспомощности, которую вы могли испытать. Вот. Привело, в общем и целом, привело как бы к тому, вот, что вам сложно теперь. Сложно. Значит, переживать ситуацию, когда когда что-то идет не по плану, да? То есть вполне может быть, что вас вот, просто травмировала ситуация с девушкой. Ну, предыдущая девушка.
Понятно, что может быть что-то, ну, что-то еще. Сейчас это вот просто предположение. Вот, то есть понятно, что могут быть различные варианты. Вот, и я бы не стал оставить, да. Ну, на какой-то из них. Тут нужно смотреть. Ну и, конечно, то, что вы выбрали девушку, там, словно говоря, с некоторыми особенностями, да, это вот тоже, ну, вероятно, играет какую-то роль. То есть вы выбрали девушку, которую выбрали, возможно, не случайно. Ну, вот, вы хотели, чтобы она была, ну, как-то вот подчинялась вам, да, скорее всего. Вот, вопрос заключается в том, стоит ли подчинение на первом месте. Вот. Ну, то есть, как бы, вот, в контексте отношений. Вот. То есть, грубо говоря, я с девушкой нахожусь, ну, в отношениях, вот. Потому что она мне, например, подчиняется, да, допустим, я поэтому нахожусь с ней в отношениях, или я нахожусь там с девушкой в отношениях, потому что я ее люблю, там, да, допустим, хочу быть, там, например, с ней, вот, форма нашего взаимодействия, она вот как раз уже представляет из себя вот этот момент с, ну, с подчинением. Вот, то есть это тоже такой ну, достаточно важный момент, на который, конечно, хочется, чтобы вы обратили свое внимание. Вот. Потому что это может быть важно. Вот, пожалуй, как-то так. Вот. Все. На что стоит обратить внимание, это, пожалуй, на то, что вы в этом смысле не говорите, как будто бы девушка своей, о своих чувствах, да, то есть, как бы, вот, ну, вы не говорите девушке о том, что вот вы злитесь, например, и так далее. Вы пытаетесь, как бы, себя сдерживать, вот, отчасти, поэтому у вас, как бы, злость копится. Ну, сдерживание себя — это история довольно таки тупиковая, потому что, ну, вот у вас есть, скажем так, проблема, да? У вас есть, скажем так, вот, ну, трудность есть у вас, да. Вот, и она же, ну, никуда не девается, эта трудность. Вот, вы сами сделать что-то своими эмоциями не можете. Здесь непонятно, даже хотите ли. Вот, здесь непонятно, даже если у вас вот
такая направленность. Вы, получается, вредите себе и своей девушке сейчас больше, чем на пользу. Что-то делаете, когда пытаетесь себя сдерживать. Поздравляете честность при взаимодействии. С ней. Это все влияет, как мне кажется, это все влияет на уровень и на степень вашего контакта. Поэтому решать вам, конечно, но мне кажется, что имело бы большое значение ваша искренность по отношению к девушке. Чтобы не создавать, скажем так, иллюзию, да, которую вы создаете. Потому что девушка может считать, что все хорошо. Девушка может думать, что, условно говоря, вас все устраивает. А на самом деле нет. И в итоге все это создает не очень хорошую атмосферу. Поэтому я думаю так вам можно ответить. То есть сначала постарайтесь сформулировать вопрос, да. То есть постарайтесь именно сформулировать то, что вы хотите от психолога. Грубо говоря, в этой ситуации. А дальше уже, я думаю, можно будет посмотреть на то, как можно вам, допустим, помочь в этой ситуации. Пожалуй, то, что я могу вам конкретно сейчас сказать. На этом все, в принципе. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Хочется пожелать вам всего самого доброго, успешного разрешения ситуации, которую вы описали. Хочется, чтобы вы сформулировали обратную связь по моему ответу. Это вам позволит начать работу непосредственно над собой, позволит вам продвинуться
куда-то в сторону исследования себя, вот исследования того, что вам нужно, вот, ну, пониманию себя, вот, и чем быстрее вы это сделаете, тем вот, вам будет ну, проще и легче в этой вот ситуации, значит, ну, адаптироваться. Вот сейчас вам сложно, я так понимаю, потому что каждый раз в этой ситуации вы как будто бы вот, ну, оказываетесь не готовы к этой ситуации. Вот я вас прекрасно понимаю. Вот, прекрасно понимаю. Но тем не менее. Вот. Удачи вам, обращайтесь за помощью. Всего доброго.